Поехали. Bolsa nossa equipe. Vai, corre, vai, corre, corre! Nem lembro.
день промучился, а второй день пошел в Казанскую больницу в 7 Energy, блядь. Потом сразу тебя одинаковый цвет вкладывал пиздой. Тот съебался в полями. На лампочку там на месяц, блядь, вот через вперед, блядь. Ладно, вот знакомые есть. Все сразу же приняли, там, блядь, физиотерапию, лампочку готовил, анализы сдал, потери какого. Вот еще не живет, блядь. Районная есть так. Нет. Ну, да, жареная, ничего не делает, блядь, жареная не ест. А может, мы... Да. Блина. Все.
Видно, как-то так. Мяч не держится у наших вообще. Петрович еще. Yeah.
Там уж нет основного комментатора. Видеооператор-комментатор. Активировать игроки кинется, вот комментировать. Игроки кинется. Вновь. Какой счет? 0-0. А забивали же. Феникс, да? Ну а чё, он прав, если честно, шальные голы получили. Ладно. Нет, на 3-6 ногу, он надёшь. Ну а то в прошлой игре с Софтклассом тоже 2-1 вели. Тоже попустили, как с вами, грубо говоря, тоже шальной. Антарес 2, Ротар. Кто, тренер? Гоняет, очень хорошо. Предыдущий игра у вас такой? Привет. Какой счет у вас?
У вас легкие? А? Легкие игры сейчас? Да, там Рио. У нас Турин в следующем туре. Рио что-то со старта собрал вчера, по-моему. Да, слышал то, что техническое поражение было. Я как чувствовал, 8-0 детей. 8-0? Да. И вот на следующий день они еще должны были играть. Кучи писали, вот все два после Челси не собрались. Ну, на нас можно? А? Нам тоже можно сыграть. Да они нет, не особо. Ты меня говорю, ты там крепкий. Надо сейчас набирать свои вещи. Тебя, блядь, там это блин, а! А что ты того я этого не видел вчера? Да, да, да. Они проиграли. Курица выиграли. Может, вчера я когда-то проиграл? Просто курица выиграли. Ой, Казанский. Ну, порно порассказывал. А вы совпасно не снимали? Совпасно не снимали? Снимали. Уже все выложено уже даже. Тоже закон по-моему.
Я там смотрел, вот у вас на странице в альбоме есть типа трамвайные линии, да, тут трамвай. Что-то связано с трамвайным симулятором. А, да. А там в Казанске есть? Нету, к сожалению. Делать надо. Одному неохота делать. Все. И моделить. Там знакомые местности. Моделить и строить как-то неохота. Здесь, честно, холода не по особо. Ты его возьми,
говорил, что будет пропал, нет. Вот так, вот так.